предстоящие сутки Ханты-Мансийский автономный округ будет находиться на стыке погожего антициклона, освоившего север Западной Сибири и дождливого циклонического вихря, расположившегося над южными районами региона. Днем по округу переменная облачность, по югу местами кратковременный дождь. Температура воздуха по округу от плюс 26 до плюс 33 градусов. В Сургуте и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28,31, в окрестностях города 27,32 выше 0. 18 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, слабая геомагнитная буря. Атмосферное давление повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.